Ну, где ты будешь гулять с Люсей? Гуляем. Гуляем? Гуляем. Ты, пожалуйста, показывай всем своим подписчикам всякие красивые места. Они тебя просят. Им очень понравилось, как ты лепишь. Калина, бай-бай, дома. Ну, Калина дома, да, спит. 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 Ну, ты с Люсей можешь показывать красивые места? Гуляем. Гуляем. Гуляем, это наше коронное слово, да? Да. Гуляем. Лучший гуляем. Парк, чем ты, никто не знает? Да? Да. Да. Поэтому нужно показывать красоту. 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 Люди сидят дома и красоты не видят. Да? Ты будешь им красоту показывать? Да, даже. Будешь. Ну, пошли тогда. Люся, иди. Иди за нами. Люся. Он. Люся, мы тут. Люсь, давай. Иди сюда. Иди, мы тут. Люся. Да. Люся. Что ты застряла? Иди к нам. Иди. Застряли? Люся не может обойти? Помоги ей. Помоги. Вот, вот. Ты видишь, веточка как? И она не может пройти. Вот, бери. Бери ее, покажи, куда нужно идти. Вот так. Вот так, осторожненько. Вот так. Вот так. Не хочет, да? Мама. Сама? Оп. Вот так ей надо ручку давать. Ну, я боюсь, что ты ее не удержишь на ручке. Ну, пошли. Шишки. Пошли. Пошли. Пошли еще. Куда пойдем? Где красоту будем показывать? Давай, ты у нас спец по красоте. Показывай. Калиненку. Спец по красоте. А давай посмотрим, там она или нет. Мила, давай посмотрим. Давай посмотрим. Мила есть? Вон Мила. Вон. Мила. К тебе Люся с Ангелиной пришли. Да? Нет, Ангелина, вон она. В кустиках. Ты даже ее не увидела. Ты видишь, как она прячется. Гладить надо, да? Наша коронная надо гладить. Если есть животное, то его нужно гладить. Скажи, Мила, Мила, пошли. Мила, пошли. Пошли, Мила. Пошли. Пошли гулять, скажи, да? Пошли гуляем. Гуляем. А сзади тебя Василиса, смотри. Вася сзади тебя, вот видишь тоже? Идет Люся, да. А Мила не идет, да? Мила не идет. Почему? Может, мы ее плохо звали? Да. Так давай ее хорошо позовем. Смотри, как радуется. Смотри, как радуется. Люся и Мила. Да? Идет. Идет Мила, да. Ой, смотри, как она к цветочкам, да? Мила в цветочках. Идет. Надо гладить, да? Мадане. Мила. Ну, ой.
Испугалась, побежала. Смотрите, друзья, Мила уже есть листики. То есть ей уже не только молоко нужно. Ангелина, ну, а смотри, это... Мила листики ест. Бэмби, блин. Смотри. Ой, ты какой. Ты видишь, уже не только молоко. Косуленок маленький. Косуленок. А, косуля. Маленькая косулька. Что, кроссовки твои? Да? Мила зовут. А обезьянку Люся. Где Мила? Не ходить? Мила туда ушла, легла, и мне нельзя ходить? Ну? Нет. А зачем камешки кидаешь? Кто балуется сегодня? Кто сегодня балуется? Камик. Ой, Ангелюша, смотри как. Смотри, как мило с Люсей. Маленькие такие погладь. Да? Кошай. Смотри, как красиво. И Мила, и Люся, да? Мила вообще лежит в розах. Красотка. Ангелине даже не нужны никакие вот эти вот площадки детские или еще что-то. Ангелина, пойдем куда-нибудь? Пойдем куда-нибудь, что, погуляем? Нет? Только тут гуляем, да? С Люсей и Милой. Посмотри, как они обнялись. И чему это рулит цветок? В цветы, конечно. А цветы? В цветы, красиво. Красиво, не Ну, и что это ты будешь вот это вот? Рядышком садись с ними. Одно дело, когда ты на травке. Вон, посмотри, мило как. Эй, эй, наша серебряная копытца. И ты тоже хорошая, тоже хорошая. А то что ж такое, Милу гладят, а тебя нет. Да, ты тоже красавица. Так мне нравится, как они на этой подстилочке под кустиком. Да? Все. Все? Нет, еще. Никак. Никак мы Ангелину уговорить не можем отсюда идти погулять. А пойдем в маки. Пойдем, Ангелина? Нет. И не пойдем, и не маки. Чем же тебя заманить? А вернее, чем тебя выманить? А на велосипеде поедем? Не поедем. А на самокате поедем? Нет, и не катим. И на самокате не поедем. Нет, ничего не надо ребенку, только... Тю-тю-тю-тю-тю, да? Только скажи побыть с Милой и Люсей. Ангелина, прям вот на этот самый. А конфету пойдем? Конфету пойдем, блядь? Ага, значит, за конфету ты так и быть согласилась, да? Ну, пошли за конфетой? Давай мы сейчас Люсю заберем. Оленя взять? Всех взять? Люся, пошли. Пошли. Пошли за конфету. Ангелина согласилась пойти домой.